По закону 40 килограммов технического отхода бракованных бюллетеней были утилизированы. Между тем, более 215 тысяч бюллетеней на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по двум избирательным округам сегодня уже направлены в окружные избирательные комиссии. Изготовленные бюллетени сегодня будут направлены в окружные избирательные комиссии для проведения выборов депутатов по Первомайскому избирательному округу номер 27. Изготовлено 110 970 бюллетеней. На кыргызском языке 44 388, на русском 66 582. Для проведения выборов депутатов по Свердловскому избирательному округу номер 29 изготовлено 104 788 бюллетеней. На кыргызском языке 41 916, на русском 62 870. Кроме того, 240 бюллетеней изготовлены шрифтом Брайля. Во время подписания акта приема передачи изготовленных бюллетеней присутствовали члены Центральной избирательной комиссии, наблюдатели, представители кандидатов и типографии, средства массовой информации. Отметим, избирательный бюллетень содержит фамилии, имена, отчество кандидатов в очередности, определенной жеребьевкой. Процедура передачи бюллетеней осуществляется после того, как происходит выбраковка бюллетеней, которые имеют технические какие-то несоответствия, либо не соответствуют стандартам, размерам, установленным Центральной избирательной комиссией. Сейчас с участием наблюдателей от кандидатов, от общественных организаций, с участием представителей средств массовой информации произошла выбраковка испорченных бюллетеней. На сегодняшний день в ЦИК от участников избирательного процесса и граждан страны поступило 19 заявлений, 5 из них о возможном злоупотреблении административными ресурсами, 1 факт о возможном подкупе, остальные 13 обращений связаны с нарушениями агитации. По вот этим 13 обращениям, по нарушению агитационных требований агитационных мероприятий, на заседании Центральной избирательной комиссии мы все эти факты рассмотрели и приняли соответствующие решения. Что касается обращения поступивших координационной группы оперативного реагирования, они направлены в Министерство внутренних дел для проведения расследования, по результатам которого действиям виновных, возможно, виновных лиц будет дана соответствующая правовая оценка. Отметим, избирательный бюллетень имеет высокую степень защиты. На него наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня, автоматически считывающей урной, отметили в ЦИК. Достан Касканов, Азамат Кадыртоктоев, Алатау 24.